Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале, где мы общаемся на моноколесную тему. Иногда не совсем моноколесную тему, но все равно, так или иначе, это касается легкого персонального транспорта. На календаре начало марта, а это значит что? Это значит, что каждый новый день приближает нас к новому сезону, к новым покатухам, к новым эмоциям. Я уверен, что многие из вас, скорее всего, даже не закрывали свой сезон, но согласитесь, кататься в плюс 25 куда комфортнее, куда интереснее, куда веселее, чем в плюс 5. В одном из прошлых видеороликов кто-то из вас просил в комментариях снять видео на тему «А что я беру с собой?» Что я беру с собой, катаясь на моноколесе? Сказано, сделано. Все те вещи, которые я тут сейчас озвучу, расскажу, я в 9 из 10 случаев беру с собой, когда выбираюсь с моноколесом. Это может быть какие-то не сильно длительные поездки, это могут быть сильно длительные, это может быть из точки А в точку Б, это может быть просто подышать свежим воздухом. Итак, погнали. Первое, что я беру с собой, это вот такой вот перцовый баллончик. Он уже потрепанный жизнью, как вы видите. Их у меня два, один более старенький, один более новый. Перцовые баллончики делятся на два вида. Один распыливает облаком, один распыливает струей. То есть выбирайте, какой вам удобно, но имейте в виду, что если это облако, то распыливая на каких-то барыг, алкашей там, или подобных других индивидуумов, это облако против ветра может вам же и прилететь. Перцовые баллончики разрешены. И знаете, когда перцовый баллончик у вас в кармане или в рюкзаке, то какая-то большая уверенность при езде, будь то на велосипеде, будь то на автомобиле, будь то на моноколесе. Баллончиков масса. Самый простой вариант. Вы заходите в любой оружейный магазин, и там куча всяких разрешенных перцовых баллончиков против животных, против медведей, против собак. Покупаете, который вам там или по отзывам, или по соотношению цена-качество удовлетворяет. Я покупал, если говорить про второй, не вот этот старый, а более новый. Он какой-то немецкий, я его заказывал через доску объявлений. Хотя он продается и в охотничьих магазинах. Следующий гаджет, который тоже нередко беру с собой, когда я его нахожу у себя в квартире, потому что он постоянно где-то валяется, и когда нужен, он никогда под рукой не найти. Это вот такой вот, не знаю, как правильно называется, штукенция от собак. Нажимаете на кнопочку, и собаки якобы разбегаются. Не знаю, целенаправленно, знаете, вот прям не тестировал его. По моим наблюдениям, да, собаки реагируют, кошки реагируют, разворачиваются, уходят, но... Как видите, даже убегает та, что была спрятана. Уходят ли они действительно от этого или просто потому, что вы им надоели, не знаю. Я слышал, что этот девайс работает больше на злых собак, да, то есть те, которые настроены против вас. Те собаки, которые там, допустим, бездомные, лежат где-то у обочины, и вы едете уже в страхе, что они сейчас подскочат и вас нападут, и тем самым вы хотите их разогнать. Вроде бы как оно на них не сильно реагирует, то есть на более агрессивных собак. Захотите, напишите в комментариях, возможно, найду способ протестировать и показать, как он работает. Покупал, кстати, на Алиэкспрессе, оставлю ссылочку в комментарии, захотите, посмотрите. Он не стоит каких-то колоссальных денег, но опять же, имея этот гаджет в кармане или в рюкзаке, более какая-то уверенность, что можно отогнать собак. Следующий девайс, который я с собой беру, это термокружка. Термокружка, ту, которую я использую, она относительно небольшая, не помню, кажется, она 0,7 литра или 0,5 литра. Она не весит как термос, да, она более удобная, чем термос, то есть одним движением пальца вы снимаете, на русском-то называется запобижник и предохранитель, так назовем его, и открываете крышечку, все, пьете и чувствуете себя комфортно, если двигаетесь на большие дистанции. Если холодное время года, то тем более спасение. Если жаркое время года, то точно так же, как термос, она сохраняет холод, да, как некий холодильник. Когда я с рюкзаком, когда я летом, то в большинстве случаев я беру ее с собой. Не бутылка, которая нагревается в рюкзаке довольно-таки быстро, а это термокружка. Про зиму я вообще молчу, про осень или весну.
Там это девайс must have. Очень много термокружек, они начинают течь через какое-то время. Я не знаю, с чем это связано. Такая термокружка, которая у меня, ну, слава богу, за несколько лет никаких нареканий на нее не было и нету. И стоит она тоже копейки. Покупал на доске объявлений или каком-то интернет-магазине. Если мне не изменяет память, она стоила на тот момент около 140 гривен. Это около, ну, где-то 3-4 долларов. Следующее, и без чего, конечно же, ты не выходишь из дома, это ключи. На ключах у меня всегда флешка, не знаю зачем, ну, вот так вот она там болтается. Телефон и зарядка для телефона. Без этого тоже, я думаю, что в текущих реалиях без этого никуда. На телефоне мы смотрим с вами и карту, на телефон мы фоткаем, на телефон мы снимаем видео. Зарядка для телефона, учитывая то количество времени, которое они сейчас живут, она тоже должна быть. Если у вас на моноколесе есть разъем для, ну, USB, да, Type разъем для зарядки телефонов, то провод. Провод, конечно же, должен быть. В большинстве случаев зарядку я беру вот такого вот плана с собой. 3 USB, быстрая зарядка. Вставил и погнал. На колесе заряжать телефон, я думаю, что большинство согласятся, что это гиблое дело. Если у вас на колесе, конечно же, USB с быстрой какой-то зарядкой, то окей. Но у меня на Kingsong 18L, я не знаю, сколько телефон, наверное, может неделю заряжаться от того USB, который там выведен. Следующее, что я беру в большинстве случаев с собой, в большинстве, ну, в 9 из 10 случаев, это вот этот вот микрофончик, да, вот эта петличка, если вам видно. Вот оно, вот тут вот. Занимает мало места, но бывает, когда ты двигаешься где-то просто на релаксе, в такой light формат, покатуха, то я просто вешаю на себя при небольших скоростях, его не задувает, и могу как записать какую-то звуковую дорожку для вас, чтобы потом использовать в следующих каких-то видеороликах. В 9 из 10 случаях, даже если дело происходит летом, я закидываю в рюкзак всегда с собой реглан. То есть, если даже выезжаю там днем и понимаю, что я буду кататься больше часа, а вы же знаете, что колесо такая вещь, когда вы выезжаете на полчасика, на часик, то вы приезжаете через 5 часов, когда уже все потемнело, и на скорости 40+, вы просто превращаетесь в льдышку. Поэтому реглан тоже очень часто беру с собой. Можно брать какую-то курточку ветронепродуваемую, ну, так или иначе, какую-то с длинным рукавом, даже если днем было плюс 25, вечером, конечно, всегда прохладнее. Следующее, что в большинстве случаев очень часто я беру с собой, это powerbank. Powerbank'ов у меня несколько. Один powerbank я уже записывал на канале видео, вот такой вот самодельный powerbank 18650 туда. То есть, по сути, это корпус, который раскручивается, туда вставляется 18650, не помню, там 15 штук. Но, конечно, он тяжелый. Более облегченный powerbank, который у меня вот так вот он выглядит. Тут проводок вот сюда вот закладывается. Сам powerbank Xiaomi-шный, если я не ошибаюсь, на 10 тысяч. На 10 тысяч поддерживает быструю зарядку, без всяких фонариков, без ничего, в принципе, хватает. Покупал я еще для тех времен, когда снимал, да и снимаю видео на GoPro, будучи зимой на сноуборде, потому что, кто знает, акумы для GoPro-шек просто сажаются очень быстро, особенно для тех версий, которые до девятки были. Очень часто беру с собой GoPro. GoPro в данном случае, да, это девятка, была семерка, какой-то шлак, который разряжался просто на ура, и плюс акум к ней. GoPro беру для двух вариантов. Первое, чтобы себя обезопасить при езде, да, там ППЧ по тротуару, как регистратор, да, то есть включаю без каких-либо задних мыслей снимать поездку там или записывать видео, нет, просто включил и себе еду. Второй, вот, собственно, для того, чтобы если вдруг где-то что-то пришла какая-то идея в голову или я что-то где-то увидел, припарковался, пит-стоп, хоп, записал 5-7-10 минут видеоролик для вас, который вы потом как раз можете увидеть на канале. Следующее, что я беру с собой, это селфи-палка, вот такая вот, для GoPro, не для телефона, для GoPro. Как раз те
проездки, да, когда вы видите, что видео низко двигается там от поверхности, от асфальта, или близко к ногам, или сверху, это как раз вот снято на эту селфи-палку. Она относительно не длинная, но функционал свой выполняет. В дополнение к палке есть еще трипод, есть еще штатив, более удобный, который вешают там, или на дерево, допустим, да, если где-то снимают там, в парке, или его некуда поставить. Потому что я помню, кто-то из вас когда-то, 100 лет назад, сказал о том, что как же так, нельзя снимать видео, ставя телефон, ставя GoPro на асфальт, чтобы были видны ноги. Ну, мне как-то ноги. Но когда... ну совсем некуда ничего поставить, то вот этот штатив можно повесить или заплести его за поручень какой-то, за столб, за фонарный столб, за дерево, за ветку, или просто поставить на какую-то плюс-минус более-менее ровную поверхность. Следующее, что в 9 из 10 случаев я с собой беру, это фонарик. Это фонарик, опять же, если ты выезжаешь с мыслью о том, что эта поездка будет больше длиться, чем час, то, скорее всего, ты застанешь темноту. Летом, возможно, он не столь актуален, потому что летом темнее там в 9-10 часов вечера, но зимой, осенью и весной, конечно же, актуален. Фонарик достался по наследству еще с тех времен, когда я ездил на велосипеде, состоит из самого, собственно, фонарика, который крепился на руль, да, тут такая выемка даже есть, и отдельно внешний аккумулятор, там 4 штучки 18650. Как видите, не сильно удобный, даже не то что удобно, не сильно практичный чехол, потому что припаяно там внутри довольно как-то очень все халтурно. И раньше, как я делал, раньше я его вставлял в рюкзак и потом, ну, подключал к самому фонарику. И со временем вот тут, там где припаяно, оно просто, ну, по сути, выдергивается и нужно паять, нужно чем-то заливать. Ну, короче, дело такое неблагодарное. Но функционал использует 3 режима. Покупал на Алиэкспрессе, оставлю ссылочку. Захотите, полазите, посмотрите. Возможно, какой-то альтернативный вариант. Рекомендую, безусловно, внешний аккумулятор, который можно заряжать, потому что обычные фонарики там от каких-то повербанков и так далее, ну, это не сильно удобно. Этот девайс вы можете, если это про моноколесо, повесить на саму ручку моноколеса. Ранее она висела на раме велосипедной. И по приезду домой просто подключаете в 220 и заряжаете, без всяких повербанков и тому подобное. Для того, чтобы себя, опять же, обезопасить и обозначить на ПЧ, на тротуаре, на велодорожке, у меня есть 2 задних таких вот стоп-сигнала. Это менее мощные, есть более мощные. Куда я их вешаю? Я их вешаю, первое, на подушку моноколеса. К подушке я приклеил просто обычным суперклеем ленточку, полоску, и таким образом на нее вешаю. Второй вариант, я ее вешаю на рюкзак. Ну, понятное дело, оно вот так вот криво все. И третий вариант, я вешаю на шлем. Сзади на шлем тоже приклеил суперклеем ленточку и туда вставляю этот стоп-сигнал. Конечно, чем выше, тем лучше. Потому что если снизу где-то, то оно сливается с обычным стоп-сигналом. Любой маломальский, самый простой, самый еле мигающий вот такой вот стоп-сигнал, он для водителей, для автомобилистов лучше заметен, чем стационарно светящийся, даже более мощный фонарь моноколеса, скутера там, или велосипеда. То есть, когда он мигает, конечно, это намного лучше, чем стационарно светит. Стоит копейки, но я вам скажу по секрету, как автомобилист, что намного заметнее, чем просто постоянно светящийся. Следующая вещь, которую я беру часто с собой, зимой реже, но летом, осенью, весной очень часто, это очки. Вот такие очечи, покупались на Алиэкспрессе, вот такие, и еще есть вот такие вот. Вначале я купил с зеркальными такими вот линзами, да, от солнца. Да, от солнца они спасают, когда чуть-чуть уже становится пасмурно или вечереет. В Киеве, кто знает, кто не знает, каждый четверг проводятся четверговые такие покатухи, и заканчиваются они довольно-таки в
темное время суток. И вот в этих очках что-то где-то распознать, увидеть, когда уже потемнело, ну вообще не видно. А без них очень сложно. То пыль от впереди едущих моноколесников, то какой-то пух, то еще что-то, то мошки, то... Короче, берегите глаза. Поэтому я докупил на такие случаи, на вечерние, да, вот такие вот очки с полностью прозрачными линзами, цель которых просто защищать ваши глаза не от солнца, а от вот этой вот пыли, грязи, возможно, там, дождя какого-то и других вещей, от которых можно лечить глаза потом очень долго. Следующий, это я беру с собой всегда какой-то документ. Раньше я брал водительские права, пластиковую карточку. Через несколько лет они превратились просто в нечитабельный какой-то кусок пластика, где даже фамилия не была, не говоря уже об фотографии. Я ее перевыпустил, но пользуюсь всегда в 100% случаев электронными водительскими правами или загранпаспортом в телефоне. В Украине есть Дия. И на завершение, что я часто с собой беру, это вот такая вот светоотражайка. Летом, кто уже смотрел, кто знаком со мной, у меня для лета есть футболка, тоже подаренная мне. Если это более прохладное время года, когда вам нужно надеть на себя реглант или куртку, то спасает вот, вот такая вот ленточка. Такая ленточка светоотражающая. Весит просто какие-то граммы, упаковывается просто меньше, чем человеческий кулак и не занимает абсолютно никакого места. Можно даже не имея рюкзак, все это утрамбовать, все, что я вам перечислил, утрамбовать в мотоциклетную сумку на поясную. Друзья, вот все, что вспомнил, что не вспомнил, возможно, и не нужно мне брать с собой. Если у вас есть что добавить, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, обязательно оставьте это в комментариях, свои мысли. Ну, если вы хотите что-то, чтобы я поведал, да, раскрыл, рассказал в следующих видеороликах, кидайте тоже темы, обязательно прислушаюсь к вашим мыслям. До новых встреч, в новых видосах, всем пока!